Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 1 сентября. Поздравляю всех школьников и студентов с началом нового учебного года. Наши бабушки и дедушки в этот день по приметам судили о грядущей погоде. Закат солнца золотистый или розовый. Быть хорошей погоде. Атмосферное давление высокое и постоянное при смене ветра с юго-западного на северо-западный. В ясной погоде, без изменения температуры воздуха на протяжении 1-2 дней. Редкие облака к ясной и холодной погоде. А какая же погода ждет нас завтра, 1 сентября? Сейчас я вам об этом поведаю. В селе Платошино Пермского района Пермского края плюс 16. Первый осенний день встретит ненастьем. Жаль, но солнышко в этот день не увидим. Летняя жара еще осталась в селе Платава Репьевского района Воронежской области. Там аж плюс 25. Однако последующие дни температура будет понижаться, но все равно будет очень тепло. В поселке Плотина Нижнетуринского городского округа Свердловской области воздух прогреется до 13 градусов. В школу в воскресенье не пора. А если отправитесь на прогулки, не забудьте зонт. В деревне Дице-Платовец Советского района Курской области столбик термометра остановится на отметке 25 градусов. Погода совсем не располагает грызть гранит науки. Но что поделать? Такое вот начало осени. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог.